Следуя по дороге добрых дел, активисты чествуют людей старшего возраста. В этот раз они подготовили продуктовые наборы для юбиляров, героев социалистического труда и общественных деятелей. Кому-то 80 лет, кому-то 85, кому-то 90. Причем это люди, которые вот внесли вклад вот в нашу с вами жизнь, такой вот реальный вклад. Вклад в улучшение нашей жизни. Это люди, которые чего-то добились, что-то для нас с вами сделали, да, и хочется их отблагодарить. И вот сегодня мы с нашим постоянным помощником, с которым идем по дороге добрых дел, это вот компания «Метро», собрали подарки для наших уважаемых юбиляров. Один из юбиляров – Валентин Дубин, военный инженер-электрик, академик Российской народной академии наук, генерал-майор в отставке, профессор. Ему исполнилось 85 лет. Вместе с подарками участники акции вручили ему благодарственное письмо от главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова. Я бы хотел сказать добрые слова благодарности в адрес Андрея Робертовича, что в этот день меня помнят и уважают, а это главное. Я веду большую работу по героико-патриотическому воспитанию. Благотворительный фонд «Счастье жизни», представители администрации муниципалитета и общественной палаты будут чествовать людей старшего поколения в течение всего месяца. Проект приурочен ко дню пожилого человека, который в России прошел 1 октября. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».